Ой, девочки, мальчики, привет всем, мои дорогие. 12 октября. Куда идти-то? Где хоть мужик-то у меня? Я проснулась. О, смотрите, у нас что дома-то? У нас барбекю из мусора. Винсент. Good morning. О, мужик у меня уже. I hear you talk to Peter. So, what he say? He says they talked to the power company. The power company is going to have the power back on Sunday night. Sunday night? Yes. Представляете, у нас еще электричество только в воскресенье подключат. О, Господи. Why only Sunday night? We have to call them and ask them. Надо, говорит, позвонить им и спросить. So you take everything from black bags? No, I'm gonna leave that out there. Let them pick that up. Pick up this whole side. А, я думала, он все из мешков, которые я собирала, жжет. I got one more pile to go, and I'll finish with that side. Окей. А я босиком. Винсент, видите, убирает. Я вчера целый день убирала, он убирает. Мы по очереди убираем, короче. Один отдыхает, второй убирает. Так. Надо немножко отодвинуть вот эту. Oh my God, it's empty. There's no water there. Let's have a leak. Я вчера налила, видимо, все вылилось. Нифига себе. Короче, это же для цветов эти горшки. Конечно, они должны течь. А мы вчера не увидели дырочки, налили и обрадовались. Так вот сейчас внутрь мешок мусорный положу, и потом налью воды. О! Другое дело, Наташа, что ж ты? Я еще подумала, ведь вы думаете, горшки для цветов, для растений. Думаю, почему они... Ой, сейчас включу. Думаю, почему он как-то так странно без дырочек. А оказалось, ларчик-то просто открывался. О, видите, сколько? Сажай, не пересажай. Я, может, по забору их вот так пущу красные. I gonna... plant them, you know, next to the Peter fence. It's gonna look nice. What do you think? Yeah, why not? They grow tall. Да, они высокие такие становятся. Вон эти-то все как покраснели. Я думала, красных не будет. Вон они, какие красные, красивые. Общипывали, общипывали, все-таки наобщипывали, так что все отросло. О, смотрите, какой букет у нас. Красивый получился. Офигеть просто. Листик разорван. Но вообще просто загляденье, так скажем. Это точно. А здесь у меня гортензия растет. Ой, какой тяжеленный. Его точно ни один ураган бы не снес. Хотя, если крыши срывает, то, конечно. Видите, когда чем меньше ветру схватить, тем меньше он может. То есть вот эта штука, которая под низом, мне говорили, убери. Я ее даже свернуть не могу сама, это гранит. То есть, а ветру-то не за что зацепиться здесь, чтобы крыша-то, она же большая площадь. И чем больше площадь, он как траки переворачивает. Траки переворачивает, потому что огромная площадь. Так, чего же хоть у нас тут? Тоже ветка. Ветка-пипетка. Так. Девочки, какие вы все-таки у меня классные. Какие комментарии суперские под моим ночным видео. Я вообще ожидала, что меня будут ругать. Говорить, тебе нечего делать, снимаешь, деньги не пахнут. Ну, есть такие комментарии, когда пишут, деньги не пахнут. А что деньги-то? А зачем их нюхать? Берите и получайте удовольствие от денег. Нечего нюхать. Деньги. Так. О, вместе с вами тут пообрываю немножко. Ну, видите, все равно он наросло сколько. Сурик сейчас увидит, прибежит, скажет, сейчас я тебе тут все выдеру. Он постоянно ко мне приходит и постоянно порывается что-то выдрать. Говорит, я бы сейчас этот сад сделал таким.
верю. Сурик вообще, он человек, он, который любит очень ухаживать за землей. Он любит очень все это делать. Ой, какая красота, красненькие это у меня. Вот там надо, вот это дерево надо под корень срубить. Ну, не срубить, а подстричь. Если я его подстригаю, оно лучше вырастает. Сейчас, видите, оно такое какое-то лысое получилось. Там вот гортензия у меня высунулась. Надо же, тетенька вчера мне как... Выключайте! Дали электричество. Мы как дураки побежали. Выключили все. Винсент убрал, значит, провод. А потом раз. А кто тебе сказал-то, что отключили? Ой, не могу. Упс, как неудобно получилось, да? Вот наш миленький работает на нас. Всю ночь работал. Так. Одна женщина там пишет в комментариях, а вот Анка-дальнобойщица купила генератор, но им уже свет дали. А вторая пишет, да откуда у Натальи такие деньги? У них денег нет на генератор. Вот и пишет, что нет генераторов. Все, девочки, денег нет, лавочка закрыта. Все. Больше сказать нечего. Права женщина, денег таких нет. Ой, смотрите, что. Сколько здесь... Уж сколько их упало в эту бездну. Вот тоже надо подрезать, видите, он обрезать надо и туда же в ведро, потому что он согнулся, как-то не очень красиво смотрится. Они очень большие вырастают, конечно, эти. Вот я сейчас его тоже в печь брошу, эту ветку. Конечно, девочки, я хочу сказать вам, во Флориде деревья, это очень хорошо, когда деревья покрывают вас от солнца, но... Такая огромная сторона другая медали, минус этот, что у вас все будет в ветках. У вас будет очень много всяких листьев. Убираешь, конца и края нет. Надя вон у меня не нарадоваться не может, что у них вокруг деревьев нет. Насмотрелась на меня, говорит, боже, как же хорошо, я даже раньше не понимала. Хотела, говорит, тоже, чтобы деревья были вокруг. Ну, конечно, это смотря какие деревья, да. Какие-то деревья, наверное, так сильно не сыпаются. Но у нас вот просто не деревья, а чума. Честно говоря. Ой, сколько здесь вот их. Мало того, что мы иголки постоянно эти собираем. Вот эти вот тоже надо, смотрите. Вот это тоже все надо. Такие стрелы, они вот так выходят. Я их постоянно подстригаю по корень, чтобы у меня кустик был ровный. Сейчас вот буду подстригать. И вот это тоже. Вот эти штуки, они просто заполонили просто этот кусты и все такое. А эти штуки, если по ним идти, то у вас на платье, на штанах, если у вас платье длинное, у вас будут вот эти вот штучки, которые хер потом снимешь. Ну, сами знаете, да, вот такие еще бывают колючки, пройдешь по траве, у вас все брюки вот таких коричневых, но это не такие, но примерно такие. Вот. И вот это вот все постоянно, я не знаю, откуда оно берется, но берется откуда-то. Нервы мотает мне постоянно, как паутина прям, знаете, вот эти вот мелкие штучки, они как паутина, ваши кусты. Окей. Не кидай сюда, говорит, потому что слишком зеленая. А вообще люблю я костер. Неважно, что мы делаем, барбекю или же мусор зеленый. Все равно нравится. Как-то уютно становится. Подушечки все убраны со стульев. Мужик у меня с самого утра работает. Baby, what time you wake up? Get up. 6 часов. В 6 часов он поднимается и что-то делает. А я, по-русски говоря, жопу тяну до 10. Так, а это что? О, это листики от этого же дерева. Я... Ну, тут надо подстригать. Вот хожу, смотрю. Я удивляюсь, что у нас это не пальма, а это осталось. Папайя. Ну, значит, мы папайю с вами поедим. Вот это вот
Оп. Оп. Так, что там у нас еще? Ну вот, видите, листики потрепало чуть-чуть. А я вот думаю, взять вот такой большой лист папайи, накрасить краской и сделать на своей картине. Вот знаете, как листья-то, вы видели, наверное, многие, да? Как листья красят и прикладывают к холсту, и очень красиво получается. Это в мусорку зеленую. Так. Тоже вот видите, какая стрела. И, естественно, здесь подруга. Подруга здесь, которая мне... Я, знаете, что традисканцию назову Ирой. Ирочка-тракистка назову традисканцию. Мне потому что больше ничего не приходит в голову, как Ирочка, когда я вижу вот эти вот красивые, просто красивейшие традисканции. Кстати, вот каланхоя немножко тут у меня на бок спустился. Но ничего, я сейчас все это подделаю, отделаю. Знаете, все равно шок после урагана есть. Хоть урагана почти у нас не было, но шок от того, что ждали. Ждали, представляли. Представляли эти страшные картинки. И это все, конечно, очень сильно пугало. Поэтому нанервничались мы. Не из-за самого урагана, а из-за ожидания урагана. Ой, Винсент, sorry, last time. It smells good. Smell good. Yes, it is. Он поливает такой штукой все равно. Все зажим. Куда я это? У меня у нас там целые мешки. Ой, ну что, домой пришли. Каждое утро в наше заведение. Утро начинается одинаково. Как там? Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ой, что-то сегодня у нас бардачокс. Винсент вчера пиццу покупал, ел. Вон мусор, пакетики у нас. Я вчера, кстати, очень хорошие перчатки вот эти вот убирать задний двор или передний. Очень... видите, rip resistant, то есть они не разрываются. А это кто пришла? А это кто? Второй завтрак пришла кушать, да? Ждет, ждет, витаминки ждет. Ждешь витаминки? Шерочка. Ой. Мама сейчас будет кормить ее вторым завтраком. Мама, гладь меня, я тебя люблю. Мама, я тебя так люблю. Ты что-то додумала? Ты сомневалась, что я тебя люблю. Эй, мама, я тебя так люблю. Ну, подожди, сейчас витаминки. Она смотрит, нет ли витаминок в ее еде. Витаминки эти такие, вот знаете, их можно там до 20 штук. Я вчера взвесила Шерри, она у нас 16 паундов весит. Паундов. Все, вот они. И, конечно, мы с удовольствием.
Ой, ну почему вот у кисок нет ручек? Как же неудобно им без ложечки, без вилочки есть. Вот это вот мордочкой по тарелочке. Мне все время кажется, как ей неудобно, бедненькой. Я уж куда только и в глубокую тарелочку, и везде, и все равно, конечно. Живите, кошечки, так. Так Бог вам велел жить. Без ложечек, без вилочек. Ладно, девочки, дорогие мои, до следующего видео. Видите, все окна у нас открыты. У нас все открыто. Слава Богу, сейчас такая погода, не жаркая. И это нас тоже спасает, что мы спим всю ночь с открытыми окнами. Ну, так что вот так. Хорош деревь... Как хорош домик в деревне у бабушки. Мне все время напоминает домик в деревне у бабушки. Вот это. У меня, правда, не было никогда бабушек в деревне. У меня все бабушки были городские, потому что мы всегда были городские. И бабушка у меня одна в Питере жила, вторая в девятиэтажном доме. Поэтому домик в деревне у бабушки только у меня, я знаю по книжкам. Вот. А там муж пошел вторую уже телегу жечь. Похвалите мне моего мужа. Да вы и так всегда хвалите, девочки. Так приятно. Всегда защищают мужа моего от меня. Бедный муж попал в сети грубиянки, хулиганки, рыбинской доярки. Ну вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем видео. Всем пока.